перегазовка. Здесь смысл радиатора, ничего не течет. Смотри, Лёх, сейчас головой приложишь. Все масло у тебя прямо над головой. Смотри, что... Так. Еще ночные запуски. И запуски по кругу. Ну что, открываем тогда? Погоди, с пирометром придет. Или пирометр, с пирометром. С термометром. Здесь масло не сидит. Что вы там включали? Насос? Да, просто сверху видно все, да. Да, это обгорает. Ты не поверишь, что туалеты я надул, да? Посмотрим, коллектор обгорает. Никанный коллектор не террасчетник. Столько времени. Он смотрит рядом с выхлопом, замасленный транспейн. Да, вот, да, оно должно было обгореть уже. Чей-то? То есть оно летит. А он откуда? Мерить-то будем, нет, температуру. Послушаем. Уже мерили. Работает. Я, кстати говоря, звук вот по... ровно. Последние два вот когда... А смысл, давали, смысл? Давали, что, мне кажется, другой пошел звук. Надо открывать вот и смотреть, хорошо было слышно. А, не, когда... Такое, из... такое ощущение. Нет, ты чё, шаг, шаг же ментал тут изменил. Они там оглохли, по-моему. Когда вот такой накрушащий резкий. Наверху. Ред, ты изменишь шаг, шаг же ментал. Температуру мерить будете, нет? Не то, чтобы резко, конечно. А датчик задира вообще подключен, нет? Потому что мне под спином... Мне кажется, не так он, да. Выхлоп был какой-то, во-первых, черный, черный чуть ли да. не коричневый. Не что-то с левой трубы больше, мне кажется, даже Гарри валило, чем с правой. С гашением, что ли? А? Когда гасили, что ли? Нет, после вот выхода на режим. Да. На режиме сам. Такое ощущение, как будто кроме масла, там еще что-то рыжий взлетает. Ну, они, наверное, обогатились. Да, кстати, это, это обогащение, по-моему. Наверное, обогатились. Возможно, не нормально. О, бассало. Топливо минасали. Масло? Непонятно, откуда. Что наваляли? Не гидрашка? Нет, масло. Наверное, вытирали здесь, мне кажется. Может, не вытирали. Может, Андрюха до фильтра. Да тут все вытирали. Не все вытирали. Мы вытирали. Надо вот этот патрубок посмотреть. Надо все сбрасывать. Штуцер. Юбки открывать, смотреть. Андрюха, где там записывается? Юль, ты говори, озвучил. Под 130 все. Все 130? Кстати, задний тоже 130. Обычно не берите. А видишь по указателям? Сам... Что там? Опять с крышечкой потекло, блин, сейчас масло поменяешь. Масло. Масло сейчас? Да уже на это поставить накинуть, замкидываясь. Мы же не будем сегодня больше гоняться. В чем будем сейчас? Эй. Так это же замечательно. Подними, Кириан, тащи. Подними, подними, подними. Достаньте просто столько. Сегодня прям праздник какой-то. А, тепло. Ух. Сейчас отпустим тебе башку крещением, отходи за ней. Замок. Тепло затопнет. О. Может, ее поставим на этот? Сейчас стремянку. Сюда стремянку. Живое тепло. Лёх, сюда дай стремянку, а то мы заебемся держать. Да, берегись.
Почти, почти. А, есть. Стал. Крышка потекла. Да крышки вот не заткнуты вот это, я не знаю, что вы. Болтик не завернули. А, понятно. А здесь, вот здесь пробка должна быть? Так она, да, она не вкручена. А ее не выбило? Масло просто угоняет. Можно? Ну да. Ничего страшного. Нихера себе. Слушай, откручивали вам в пробку? Радиатор-то не течет ни хрена. Кто там гнал, что он течет? Я видел, где пузыри кишли. А где пробка? А где водка? Снимем? Давай. Скидываем? Слушаем, скидываем. Откуда что? Не вижу. Олег, открыл? Нет. На случай, видишь, переохладили. А как фиксируем? Шагами? Открыли. Открыли. Переохладили, потом я на номинал вылил, 2400 оборота были. И прибрал. Ну это дело? Ну номинал, на народ на номинале, в принципе, взлетает. А, о, блин. Что за сухой? Ну он там срет чем-то. А, это Андрюха все. Надо было протереть после замены его. Блин. Хрен засунешь куда-нибудь. Не надо там хрен куда совать. Еще. Вон тебе еще понадобится. Так, наверное, после того, как Андрюха фильтр он не мог. Слушай, а в капотах пробки нет, тогда после залить. Нет? Ну вот. Ребят, у кого жвёртка? Может. У меня есть маленькая. Подожди, я капот заберу. Так. Есть пробка! Выбила? Вот она, блин. Или кто-то. Не выбила, ну, не. От вибрации скорее выбила. Вибрация выскочила, ну. О, вот так. А это тоже черный видео. А, и вот по трещине она течет вот масло. Это трещина? Ну вот, да. И здесь трещина? Ну вон она. Понятно. И эта крышка пиздец. Ну она так, не помню пиздец. Капоте нашли, да? Да. Открутилась? Подтянуть ее надо. Да, да. Само по себе. Она от руки была. Теперь у нас ни одной крышки получается, да? Почему? На донор? Если интересно тут. Варит она. На Ю-12 такие стоят. Каленка, да? У вас от Ми-4. От Ми-4 нет этой крышки, потому что он горизонтальный. Уже горизонтальный. Чего? Люки закроем. У кого горизонтальный? Закрывайся. Закрывай. Нужна присадка магния. Они сгорят? И аргон, говорится, будет сорвать, да? Не сгорят, там магний просто выгорает и быстрее, чем алюминий. Соответственно, нужна присадка, вот эта проволочка, которая варит. Большое количество магния. Сделают и отправляют. Ключик на 19. Ну, так присадка нужна. Приводишь с собой с крышком. Все забыли, как она себя чувствуется? Кто? Треснутая клапанная крышка. Не забыли. Текёт, текёт. Уже посмотри. Все нормально, текёт. Что значит треснутая? Погоди. Трещина в ней была. Маленькая. Это ты сделал, мотор поставили. А, поставили? Так на ней встречный тоже. А. Так ты это тоже встречный. А капот же походу касается. С маленькой. Резиновые. Он знает больше всех, как раз знаешь, что крышка треснутая. Ага. Да, кстати, он сказал. Подтекайте. Вот отсюда. Че это? Вот, подтекайте масло-то. Вот здесь вот. Мать подтекает. Но не льется же. Нет, не льется, но подтекает. Жарченко и забьется. Девочка, да не вес. Ну вот, вот, вот. Ну соплиц. И вот на гайке. Он центрирующий. По ряду. А вот здесь подход. Где течет? Копыть.
Да, оно, похоже, уже убитое. Надо вот это внутреннее. Смотреть, другого мотора воткнуть. Да, оно пиздец. Тут тоже. Тоже свежак, походу. Вот вам и дым с левой стороны. Где дым? Не, ну вот. А, это отсюда ты думаешь? С правой стороны что-то будет. Ну, смотри. А сейчас и справа найдем. Смотри. А я не заверну никак? Сколько дал? 2400? 2400 дал. Смотри, а вот все в масле, Андрюх. 2700. Откуда он? 2600. Да, это разнесло уже. Брызгало. И вон. Тоже трубка. Может, остатки? Капает оттуда масло. Туда капает не вода, туда капает масло. Тихо, не приехали. Как раз стоишь там, где оно капает, да? Это вода. Оно перемешку капает. Через раз, там вода, там масло. Это, по-моему, вода. Ну тут в масле, если не надо сомневаться. С той же стороны. Повернись. Уже вытер все. Там лёг красивее. Пару ты масло капни. Технологическое отверстие. Аспиридол в это. Здесь капюшон налить. А я думал, ты Будёновку довязать хочешь. Я не довязан просто. Да. Будёновку. Знаете, чем на Будёновке вот эта пиполка-то наверху? Это вот когда они поют «Кипит наш разум возмущен». Это что, пар выходил? Открываем еще. Все Будёновки для царской армии делали. Изначально. Фантограф, да? Сколько там алюминия, сколько металла бывает. Голос бумагу. Стоит этот сарай. Вот тут сарай. Я сзади снимал, вот сетяжка была. И контейнер там с красным. Я за сортиром прятался. Сортир на меня заваливался. Слушай, а собака там что-то побежала. Сдува. Это мелкая, что ли? А тут вылезла, ее так туда. Собака тоже. Собака тоже. Сдула, да, собаку? Ну и не то, ну, что. Ну что там у вас? Да я не видел. Земля! Чего там? Крышка треснута. Слегка. Серег, ты крышку треснул. Ладно. Еще разочек. Смотрели все, да? Ну у нас заглох. С номинала прибрали. Трубку затянул. А, он заглох. Попробуй на цифру крутную завтра что-то одеть туда-туда. Олег, уйдет? В принципе, не номинально, но я и пробовал. Я Рыбу спрашивал, сколько компоса не удает. Не, это нет, я другое. А, если вы смеете, оптимально удалить. Пробку затянули? Да. Черна, слушай, нас на обзор будет. Олег, подержи, а? А почему? Там из нас ровно? Нет, она тоже. И вы такой, что ж, речь? Она то это уже стоит здесь. Да, не, там рыб смесь. Я бы не сказал, что он слишком большой. Ну, 1100 вместо 1020 плюс-минус 25. Чуть-чуть надо. Но большой, да. Зайди, дверь открой. Я думаю, что это... Проникнешься. Может, топливо еще убирать, там тоже. У магнита сброс по оправу. Да, правый 200 оборотов. Вот. Соответственно, половина свечения. Сколько? 60, да. Провода. Провода, свечки. А вдруг магниты? Вот это вообще будет жопа. Ну, почему жопа? Вон у нас два отличка. На флик перебирали, здесь переберем. Кстати, я сегодня утром нашел этот синхронизатор магнита. Он здесь тоже пригодится, если что. А что такое? Невозможно, а точно. А? Что он делает? Синхронизирует момент. Ну, выставить момент. А сейчас проверял Денис? Так что у нас есть новый в коробочке, блин. Я помню, его уходит, правый уходит. Сильно. На 200 оборотов. Подожди, у тебя линза грязь, дек я его. Надо было сначала плюнуть. Нормально. Второй его засрал так. Кто? Близкий? Да, вообще. А когда сразу на 2 сразу? Нормально. Ну, как, не 2 сразу? А что значит не 2 сразу?